обзор кухни-гостиной в двухкомнатной квартире. Квартира у нас очень небольшая, поэтому лоджию мы присоединили вот таким вот образом. Через перегородочку, теплый пол, перегородка, радиатор отопления. Тем самым расширив комнату и создав такую уютную, на мой взгляд, зону. Так, большой угловой диван, кухня. Про нее я уже рассказывала. И ТВ-зона. Перегородку можно закрыть. Диван у нас раскладывается. ТВ-тумба очень удобная. Можно поставить всякие гаджеты. И здесь у нас выдвижные ящички.